Если вы не знаете, на что сходить в кинотеатр на этой неделе, то, кажется, мы нашли для вас идеальный фильм. Перед Хэллоуином прокат пестрит различными хоррорами. Самым жутким фильмом ужасов на этой неделе однозначно можно назвать «Вуду» — «Шепот тьмы», изобретательный британский эксперимент, который скрещивает игровое кино и кукольную анимацию. Собственно, в центре сюжета как раз утомительное, но благородное искусство использовать марионеток в творческих целях. Из-за болезни матери героиня Элла заканчивает ее новый фильм самостоятельно, часто перерабатывая и выслушивая критику родительницы. Когда женщина попадает в больницу, оставшаяся без надзора, Элла решает создать кино по другой истории, но постепенно теряет связь с реальностью. «Шепот тьмы» — креативный и дискомфортный психологический хоррор, который особенно выигрышно смотрится в зале кинотеатра. В давящий саунд-дизайн создатели вложили не меньше сил, чем в анимацию жутких кукол. Ставь лайк и делись этим видео с друзьями, а с вами был канал «Любовь, смерть и гики».